Давайте его прокидаем, а? Котлас, хуй тебе в глаз. Согласен. С предыдущим оратором. Что, Шредер, есть? По 90... Блядь, у него 90 есть. Сейчас, погоди, я сотку вырулю. Что, Казум уходит, что ли? А... То есть у нас такая потеря нормальная, если Маликет с Казумом уйдут. Их нельзя отпускать, они, я не знаю, куда о, там собрались. Казум, куда Казум? Вы чё, Казум? Какой Казум? Казум писал, что только до 1. Да я спекнулся уже в демона. Пассажиры. На маге. А чё ну ты, шо, блядь? Виби в демона тогда. Тоже, бомжей я даже осколков грёз нет, мне надо зайти на мага, скинуть. Просто по одной геровской токену на душу и... Да, без проблем. Не, я просто не обижался. Я не против ничего. Я так и понял. Ну рейд во- тебе... вот не, вообще просто, не просаживается. Если тебе надо пиздец, как я тебе могу уступить? Да не, мне, короче, надо сердой ставить в перчатки, пока нет. Че вы там за токены сорётесь? Не, мне срёмся, я хочу уступить, если ему надо. Виталий, на 2 минуты покурить, хорошо? Слышу, ну зад, у меня вот этих нету, которые радужные БКшные. Тебе что-нибудь надо из БКшных? Я тебе могу скинуть пыль там. Великое плане. Вон там короче, рога был, ты... ну, у нас вот этот. Так вот, он есть, нахуй, у меня еще одно тело. А, он есть. Я вот не знаю, у нас психолог сидит в гильдии, он никуда не ходит и нахуй. Ну хоть прав, с первого раза убили, я могу дать вам дополнительный этап. Конечно, слышите, он не чё, может. Блядь, давайте в центре комнаты стоять, нахуй, а не туда убегать, как дураки. Хуёво трэш собирается, нахуй. А так он в центр идет весь там. Нет, а просто стан мед, когда второй трэш потрепал. Ой, ой, там если убегает за круг обратно, откуда зашли, тогда перезапускается. Постоянно бегал турбо, Катя, блядь, дохуя трэша. Почти до сюда. И он перезапускал каждый раз. Все. Я не знаю, к чему ты это сказал. Я говорю о том, что трэш давайте ждать в середине комнаты. Вон там есть маленький кружок такой. Так, там весь рейд будет стоять. Я не знаю, почему так не бьют. Просто сбегается трэш, дается на пул, на танков. И все, войско какое-то, вон там один ДК даст. И все. Что, 24 тела затащим, как думаете? Да, блядь, вообще налегке. Представь, что один сразу сдох. 5 хилов, где Саршана, ну плохо. Главное, чтобы 4 это освобождать. Да, мастер, зачем тут Рашаму, вот скажи. Зачем? Потому что я могу освобожденку словить и танком пиздос. Ну, только из-за этого. Ну, у нас ой, ну, зад есть, он пойду квест засолдует. Возьму. Можете там шкаф поставить, пока сумму нет. Что, ты через макрос два щита кидаешь? И ты уже нашел макрос и кидаешь на весь рейд одной кнопкой. Знаешь, как это выглядит? Он сидит туда. Хуярит по клавише, блядь. Симонит 26 хм. Есть там вот шкаф? Пора этих уебанов с гильдии кидать, они меня заебали уже. Я не знаю, вот он, я его ни разу в рейте не видел, психолог, кто это такой вообще? Психолог, вот, блядь, ПВП, чувачок. Да нахуй он нужен, это ПВП, чувачок, вот скажи, зачем? Когда вас будут пиздить перед инстом там. Ага. Он поможет. Да да кик его нахуй. Девиант, Саня Фа. Короче, собираемся в остров проносить. А, так скоро новая фаза будет. Ой, скоро новая раса. О. Какая раса? Раса дурачок. Вульперы, нахуй. Кого? Кто, блядь? Вульперы. Шкаф поставьте, при сумонте. Лисички такие. Я уже прибежал, нахуй. Какой пизду шкаф уже. Ай. Уже поздно. Потратил камешек на тебя. Не штругал он сумонте, с жиру. Меня сумоните, я сейчас пойду.
Да турбо что-то сгорел, я не знаю, ему написал он мне, блядь, игнор. Да тоже такое же. Игнор. Ты это. Чё, ЦЛК, чулан, кто будет вести, ты? Или кто просил? А что, завтра, да, про нос, да, походу, дело? Или сейчас будем пробовать? Я почему знаю? Я про понедельник. Я говорил 2 недели назад, у меня работает, блядь, уже до января месяца, нахуй. Каждый день, блядь, я все выходные ебашу, я понятия не имею. Нахуй. Когда я буду, и что я буду? Не-не-не, я понял. Тебя кто просил поставить, или ты сам просто поставил? Блин, я забил хуй на все и пошел в рейд, вот и все. Я понял. Мужик. Я не про сегодня, а про понедельник, обычку. Про вообще понятия не имею. Января месяца я вообще, блять, полное говно. Пускай. Так что. Походу он опять сейчас на Синдреле сгорит, я опять не буду. Чё пусть тебя... Войд ходит, водит. Чё у тебя с января месяца, Гриш, будет? Блять, говорю, давай. Ну, в январе будут каникулы и не будет ничего. Не будет работы. Потому что будет неделя ничего не делания. Там забагался микстурка один моб, выведи, пожалуйста. Выбрал. А вот то, что Джованни вот так вот стоит, он не будет заново именеться? Так, а вот это вторая волна. Вы чё, сука, дохнет? А почему? Ну, у нас вот виду ходят. Аэроскол дал один хуйню, ещё не... Даже вроде не дамажил. Не, просто я говорил... Аэроскол, бомжи, блядь, дайте. Я говорил про бомжей, вы чё-то не подумали. Я не понимаю, а что так и должно выходить две пачки жуков? Да Джованни стоит, вон, смотри, где. А нахуй он там стоит? А вот спроси его, может он долбоёб потому что? Ладно, тихо-тихо, ребят, успокойтесь. Я вам только везу, у него тесты. А где Джованни стоит? А, правда? Заебал на каждом трэше, сука, сука. Куда ты по нахуй ебал? ГП, заебал он. Это как Алиса, куда каждый трэш, как ядом. Алиса да, бегает на этот, на кухню. Я на балкон. Ты куда? Так а чё она ливнула? Спроситься. Да она как дурочка играет. Давайте не сейчас, пожалуйста. Короче, расскажите ему потом. Да, сейчас расскажу. Дело, она себе фростспек, где агро набора 0, и в мейнхенд поставила пушку 226. И страйдер бегал по КД, на вайше меня убивал просто. Я по КД жму под пин, меня страйдер убивает. Я ей говорю, дура, блять, Глада сделай. Она как ебаная мразь, говорит, я хочу так играть. Ну, я, короче, сгорел на нее, наорал, там, мразь ебаная. Так, Дима, ты не спишь. Давно я сегодня спеки. Там не рядом спеки можно тащить. Соберите с меня воина, пожалуйста. Пока он в корне стоит. Давайте, сука, станы, подъёбаны, вернусь, колёб. Если у тебя на организм две извилины, блядь, то нахуй ты такие спеки сидишь. Нет, я молодой, так, что это... На Алису, на этой... На леди, ой, фу ты, на вайши, кинулась эта хуйня, которую нужно перекинуть. Ей кричат, перекинь ее кому-нибудь, хоть кто-нибудь донесет. Она говорит, у меня агро 1 секунда. Вообще не в то русло начала это. Ну это ж Алиса, успокойся. Просто ей въебалось. Ну зря вот так девочку обижайте. Теперь мне постоянно в танке приходится теперь бегать. Понимаете, да? Да, я тебя пожалею. Дай я обниму, иди сюда. Обниму. Обнимашки, обниму. Уйду как от это тебя. Мило. И пока микстурка не пришел, я тут танчил, блядь. Я и сейчас танчу. Побудь в моей скуре. По богам, Войд был ты, который мог танчить. Слава богам. Слава богам, блядь. Ура, нахуй так. На это, да. Да, первую фазу проходить. Я побыл в твоей шкуре, знаешь, сколько раз уже.
Я уже полтора года или два. Ну а я с 2015. Знаешь, это как в Battle Ready. Да я был в своей шкуре, да нет, я был. Да я вообще преисполнился. Нет, я был в своей шкуре. Шкура понятие растяжимое. Чё, настало время, походу, мне, блядь, скидывать. Рэпид я делал чуть-чуть потом. А смысл? У тебя-то ретрик не одет все равно. Рокика хоть. Лучше перетричить. Потому что я 11к ДПР хоть с одной профой, блядь. И там не было так. Сравнение с Шреддером 14к перетричать. Да он наркоман, Шреддер, господи, что вы от него хотите? Если бы я решил сделать, просто сейчас дай мне тогда плащ. Блин. Я не буду делать просто. А супа, где у Шреддера 4D5 уже же есть, да? Же есть, же есть. Ну камон, блядь. Подождите, не здравствуйте, в ретрике вкачал. Нет, нет, секунду, Виби уже ведет трэш. Ты сука, Виби, блядь. Жиши, пиши с буквой. Ну иди сюда, куда ты? Бля, у кого есть энчант, нахуй? У меня есть. Давай после трэш. Чё там, войско чини? Да сейчас ещё рано. Спасите, помогите! Меня бегут. Кричать так, да поможите! Заебись, ворвался. Нафига так рано? Что у меня слышал? Мне тоже. У меня сейчас компьютер взорвется просто. О, 13-й какой хороший. Да нормальный РДД, тут, блядь, сколько престолов. Чё, микстурка, тебе один песок остался? 8, да. 8 кастеров у нас. 9. Нет, я ж отдал же шетному костелю. А? Мне 2. Мне как раз тело и голова нужна. А там может. А у тебя же голова была, я и так. Просто я не тоже собираю. Мастер, а мы здесь как? На лестнице или на балкончике? На лестнице. Не знаю, где. Меня, блин, в прошлый раз переучивали на балконе. Пипец. Я все время на лестнице убегал. Я не понимаю, в чем разница? А ты в автомате разворачиваешься и бежишь в этом. Да какая разница? Ты после разницы нет. Никакой разницы нет, нахуй. Я танчил, блядь, во все стороны, блядь, танчил. Бегал, блядь, и на балконе, и на лестнице. Разницы вообще никакой. Да ты хоть на... Вот турбо зашел, турбо берите. Да ты можешь хоть на балконе, хоть, блин, с левой стороны, хоть с правой стороны, хоть по центру эти глыбы лить. Вообще никакой разницы нет. Если вы просто... Это, уёбки неадекватные. Это, конечно. Ты преисполнился, наверное. А чё ты не ходишь, да? Потом уже твои токены собрались продавать. Которые никому не охуят. Лог. Знаешь, задум? Чё? Говорю, чё за пока не ходит? Там твои токены собрались уже продавать. Нихуя не могу. Знаешь, нет. Кто хочет купить? У меня времени нет, Виталь. Было бы, я бы с удовольствием ходил. Пиво на мага мне писал. Я предлагаю ему в еблоха. Предлагаю, блядь, бабки кинуть. Короче... я к нему этот в группу заходил, скидывал, короче, видос Вайда и типа говорит, вот перед этими уёбками вы типа такой, ну когда мы гидросы, у нас там эти тупники. Ай, ай, заберите. Нет, сорян, сорян, сорян. Помнишь мы гидросы когда убивали? Ну вот он, короче, это видео Вайда с канала скинулся. Кто-то и, там остался. И типа угорал, какие есть, мы это суют. Бы ну, типа мы раки гидросы убить не можем. Понял? А, это тогда, когда этот был? Когда у нас багнулся, мы его... Мы его потом убили, да, до этого мы вайпались, помнишь? Ну там, то танки сдохнут, то корео переведем, ну короче... А там и захилок подохнет, чтобы...
И чё он говорил про нас, что мы уёбки? Он говорил, типа, да... А я вам там... сразу, блядь, за это пиво подожди, говорю, что он долбоёб, блядь. Он такой, типа, пишет, и перед этими, типа, вы, там кто-то кланяется, блядь, ха-ха. Ну чё там, типа, нищеброды. Ну я уж досконально не помню, но чё-то меня вообще задело такое, типа, ебать, его вот умирать прилично. Да, ну, блядь, ты тоже, царь, да, это пиздишь на жёлоках и люжинах, типа, о, блядь, га... Челики, блядь, стараются, убивают, нахуй. В смысле, а чё ты говоришь, раки, ебаные? О чём ты говоришь, нахуй, если пиво, блядь, умудрился сказать, что они багами убивают Джайну, блядь, люжины, сука. Лича. О, Лича, о. Ну, там, мы, короче, когда убили Лича, первый раз, когда БДК убил, я второй раз не убивал ещё, там... Что-то на 20% где-то. Лич должен был в комнату всех забрать, но он сказал, типа, ледяная скорбь жаждет крови, и не забрал в комнату. А там стрим был, короче. И пиво, видать, стрим этот смотрел. И тут же на форуме создается тема, блядь. Убили багу? Багу. Да, нет, убили просто, багу. Просто понимаешь, это в чем прикол? Этот человек просит купить... А за спиной пиздит. Я в открытую говорю, что мне не нравится Джоки и что мне не нравится, допустим, претендент. Я этого никогда не скрывал. Вообще, ладно. Что делаем? Турбо тут, нет? А, все, вижу шкаф. Турбо уже успел прийти и сдох. Ничего не меняется. Ну да, в принципе. Иди сюда, братишка, я тебе фласку подгоню. Или он не у него дискорде, да? Да ладно, он кинет тебе обмен по-любому. Пускай трассу, тут все не отличается. Сильно, стаки нельзя, стаки не взрыв. Это я турбо, дай мне банку на СПД. Здоровье, иду. Стаки на нас из массы ДПС нахуй по рейду. А ну ебало. Спасибо. На релонг спектр. Отличие от обычки. Больше глыб на... То есть Андан можно оставиться для танка дальше всех. Глыбы тут ваншотят. То есть нельзя их, блять, ловить. Никак, нахуй, который падает. Оборужение... этот, блядь, как его? Освобожденка. Не... Притяжка тоже ваншотит. Даже не знаю, что зеленый пункт спасает. Турб, у тебя выход звука, фон идет. Освобожденку нельзя стакать, потому что каждый стак, который вы стакаете, оно наносит рейду дамаг, блядь. То есть не только вам, а и рейд. Алло, алло, слышно? Поэтому опять же, хилы, которые выпили сопрот и считают себя долбоёб. Либо еще что-то, выпейте также сопрот, обновите или еще что-то. Чё там, сопрот дадите, а? Чё, отдай сопрот. Джерада, ты опять потом, блядь, офнешься, ты не будешь на артепе. Чё? Говорю, опять сопрот потом... у меня есть, он у меня ещё действует. Говорю, блядь, потом опять не будешь на сопрот, да. Давай, я тебе ГБ поставил. Ты каски, блядь, чё, блядь, не Шредер опять, блядь, наркоман, ёбаный, блядь, бафает кресты, блядь, толма. Я кресты бафает, долбоёб ты, да. Паром, блядь, да? И кто долбает? А, у нас два паладина осталось, тогда понял. Сейчас я разбафаю кулаки, кресты. Шреддер 7к. Сука, всегда забываю, что два, блядь, паладина остается. Шреддер АФК стоит вон. Ромка, ты... Я увидел, что Шреддер АФК шит, побежал по квест, уже добегаю. Турбо, будь добр, поставь столик. Кто рыбу затыкал? Гей какой-то. Только увижу, у меня, блядь, до конца, блядь, жизни не будет. Там добав рыбы должен обновляться. О, Шреддер пришел. Шреддер всем каски, каски. Кто осмелился призвать меня?
Шреддер, Ауру, Тельдер. Какой-то шаман тотем на этот поставить, на броню. Даем пару трая. Повесьте каску, а? ГП тоже есть. По локам, ну, по крайней мере, подумаю. Угу. Виталий, ты услышала? Нельзя освобожденку взять. Дайте, пожалуйста. А чё по СС слышишь, Виталий? Ты чё, СС можешь на войда кинуть. Так ромбика не запускай. Что ты мне все трыски дашь? Сейчас. Думаешь, наебать меня сейчас решил? Не, погоди, ты шо. Это наебался. Тише, братан. Две метки вам. Вот эта метка Мары. Зеленая, это при каждой взлетке. Там поставить взлетку. Одну глыбу туда поставить. И не вся куча. Шо, красивый брюль мой первый. Вон там чулан кинул. Хотя. Ромбик, говоришь? Покажи, царь. Он типа намекает, что под дыхание не попадает. Первый брюль, это. Где, блядь? Вон. Красава, красава. Царь, я теперь царя не уважаю. Где ты греешь брюль у тебя? Фух, так, ну шо. Не вижу брюля, что-то. Как в этом, Катя покатили, я не Катя, я Валя. Ну тогда повалили. Что, долго дрочил, когда прилю? У меня там чуть сердце не встало. Шреддер, убери эфику. Линкани, где брюль твой, блядь? Он не готов, капюшон. Да, шипа. Все, кушайте. Сколько хилов? Пять? Ты охуел, когда такие просадки были? Трепещите, смертные! Так я просто что он так близко к Украине? Никто не прожимает. Вверх лестницы бегите. Ох, ебать, ничего себе. Ух, мы начали хлопать тогда. Чулан, бернишь потом. Задумал просто. Слева далеко. Слева близко. По глыбам. Опа, за глыбы падает. По правым, блядь, бейте нахуй, правая дальняя. Костель, молодец. Центральную стоп, дебилы. О-о-о. Ложимся. Падаем. Шреддер, сними АФК, пожалуйста. Сука, ну чё у вас вместо глаз нахуй? Что у вас нахуй? Да не, ну в тот раз так близко не танчили, как бы, ну, Синдру. В тот раз я так спорт ставил, ну да, растыкал. Словили за дум, я же сказал. Поднимитесь выше на лестницу, ребята, потому что словились так. А ну нахуй, тихо. Вы чё, блядь, сука, слепые, что ли, нахуй? Какого хуя центральная, вот, блядь, падает, нахуй? А, блядь, правые, нахуй, фуловые, блядь, стоят. Знаешь, как мастер делается нормально в этом, ну... Вот вместо тысячи слов, как говорится, Рафаэлла, да? Вот тут надо просто вместо тысячи слов. Те, кто упали на глыбе ГП, и всем РДД нахуярить ГП, чисто за то, что метку разбили. И всем меликам тоже. Всем нахуярить. Какой всем? Ты чё, а знаешь, блядь? Почему я так говорю? Потому что я не РДД, и не милик, потому что я там. А, красавчик, ебать. Я бью правую глыбу, падает центральная. Нет, за этой глыбой стоял чулан, Шреддер и Турбо. А Турбо даже не кастовал, ничего, просто стоял, кашел, ждал глыбу. А вот Шреддер хуярил, блять, направо и налево. Я в метке был, я не мог ее бить. Ну я просто увидел, когда она разбилась, и там вот стоял три человека. Это тебе вообще повезло, чулан.
Так, смотрим. Если вы хотите докапываться до синдры, есть аддон отдельный, который по каждой глыбе может показать дымаг. Но надо устанавливать. Ой, дамаг по глыбе и то, кто ее бьет, когда у нее меньше 20% хп, две разные вещи. Могу, блядь, в первые 5 секунд нанести по этой глыбе больше, чем все здесь. Я тебе не говорю, нахуй, что ты... Да я не тебе, я этому чулану говорю. Тадон, который показывает, сколько... Я в общем говорю. Я не говорю, что конкретно, но больше дамаг... Что пулять, нахуй, если баб попьет? Сожри. Да похуй на баф, не блядь. Я бы сейчас наговал, конечно, ГК. А вот в следующий раз, если такое будет, прям всем был ебал, сука, прям всем. И войду. Войду двойное, да, за подтекательство. Как так войду, блин, я вообще в танке. Подтекатель. Двойное. Тройное. Войд, знаешь, что тебе надо сделать? Да. Молчать. Выбить печеньку. Помолчать. Да я не умею молчать. Вы че говорите, блядь? Я в пану, если что, не обижай. Бля. Садимся, кушаем, блядь. Остальные хилы стоят, хилят, если кто умеет. Нахуй нашу ебучу завтра на морожение, да? И назад 400. И назад, блядь. Ебать ты проеб... Это я прожимку дал, бля. Где микс? Могу по тебе дать фильм. Сейчас подойду. Давай. Давай или сдохну. Справа далеко. По центру справа стоп дома в глыбу. Близко, близко. Когда... за глыб. Слева близко. О, вы чё? Да ёбаный рот! Ложу. Он прям в середину глыбы упал, и вокруг глыбы все сдохли. Да она не в середину, я ж там стоял, ёб. А мне показал середину. Падаем? Да? Да. А, ну все, вы упали. Смотрите, куда падает это дерьмо, пожалуйста. Отдалите камеру. Да, она в глыбу упала. Она пиздатая и охуенная, но надо смотреть, что вокруг творится, ребят. Да ладно! Да ладно. Ах, если ладно. Оно, сука, фрезит, я бегу, блять, оно притормаживает нахуй. Это уже не... Рот ее ебал. Сделай плотность частиц меньше. У тебя меньше будет лагать настройка. Да. А зачем ты руки два раза начислил? Это нечаянно, что с этим. Кита. Всех наказали. Блин, а за демона можно выдавать. Там неплохие криты, просто, блин, со стрелы тьмы по 34, да. Теперь можно покинуть тело. Я не знаю, она упала в глыбу, если что она падает прямо в глыбу, вы могли встать так, что она 100% бы вас, блядь, не убила. Я стоял вот ровно туда, куда она падает, блядь, я выжил.
Мастер, сними с Роги там, ну, второй раз. Куда-куда она падает, ты ничего не перепутал. Наркоман, блядь. Он суицидник, он суицидник. Я имел в виду, что в той глыбе. Мамонта кто-нибудь поставьте, пожалуйста. Да вот, бегай. Стоит, Шреддер прыгает на мамонте. Шреддер много на чем прыгает. Я вам сегодня синдром сниму эти 100 гп за эту. Чего? Чего? Снимешь 100 гп? Да. Нате вам. Если мы убиваем сейчас ее с этого трая. Нет, с этого КДР. Ой, не КДР, а с этого. Ну поняли, поняли. Ну еще пару часов посидим, хули. Потом снимешь все. Давайте все здесь, фулл баф, давайте уже. У меня ССКД, я не знаю, что, кому, как. Да не надо никому, видишь как. Отдыхаешь. Я вижу, вижу. На взгляд. Еще раз говорю, кто не уверен в себе, ебашьте себе собой. Каску не вижу по себе, Шреддер. Шастый кулак. Я на последнюю фазу саппорт выйду. Потому что знаю, там будет жопно. Жрать, блин, поесть надо. Царь. Ай, ну да, а почему тебя камни не берут? О, кстати, защиту Туренов хочу сказать, что у них модельки иногда просто лапкой одной задевают, потому что хитбокс выше и прилетает дамаг от глыбы. Так что если вы играете за Турена, нужно вообще прям пиздец как... Пуляйте на танк! Чем прикол на хурпа. Щиты вот эти, да, фазу взлёт. Я вылетел. Заебись. Кто я? Ник это ты? Котлас. А, пода, кто в рейде взрывает? Я взрывал один. Ашка, стаки сбросьте. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Это два стака бах. Войд, император, Ромка, Шреддер, Турбо, царь. Слева близко, быстрее. Да-да. Справа близко забежали. Я смотрю, если пришли нахуй где-то вот так, я... Справа... Блин, извини меня, пожалуйста, я уже не вижу просто эти... Стоп дамаг в центральную глыбу, стоп дамаг. Справа близко. Разби... Ёбаный рот, я выйду. Костель топчик. Чулан, Бэр, Никит, Никитами, Бэр, поби. Пойти там. В рейде не взрывайте. Я не вью вообще. Эти пристабафы тут. Рейндж 20 гибнет, чтобы не... чтобы не взрывать рейд. Блять, а чё она не притекает? Взлётка на откину, блин. Сакры, да подхильте. Посередине.
за глыбой падает, спрятать. Слева, блин. По левой центральной чуть больше. Слева по левому чуть больше. Сейчас разобьете, не бей. Сейчас как разобьется, ох, ух. Разбили. Разбилось. Повезло. Это не подпорт. Классная, как бомба. Разбили. Поднять. Пусть лежит. Освобожден, кашник остался. Пускай пока летит. Ставьте один бар. Ее разбили, да? И сбросить притяжек. Чувствует же разбросчак, что-то. Царь 400. Я там типа на так подожди. Секунд взлетк. Дот. Это 3 стака в зап. Ладно, 4. Никто не уцелеет. Да 4 взорвешь, нихуя не будет страшно. Матраса подхилить. В середине до... Бля, вообще идеально разбить. В середине... Чуть правее. Центральный глыб. Опа, опа, за глыбу, вдалеке, бля, прям... близко. Левые глыбы чуть побейте. Право у глыбы. Пусть лежит пока. Бля. Ой, ебать, враки. У меня на секунду прям этот стоп-кадр произошел, я и... Этот, у меня когда хилбот чуть-чуть пошевелишь, тормози. Ну хули, сейчас мы пошевелим ту вторую фазу без двух редрушников. Я хуй знаю, как вам надо не стакать, чтобы... Чулана нет, БР? КД. Да вообще не стакать вообще никому, кроме хилов. Ну да, а что, это сложно? Фаза, 1%. Когда Герд? Че посмотрим? Идите курите, ДДшники. Блять, у меня уже... Постак. Ромбик! Я не знаю, как вы захиливать, что без меня будет. Ну тут как бы нечего захиливать. Я подхилить. Мне кажется. Костеля подхилить. Освобождёнка. Ваку захилить. Сука, заебало, освобождён. Костя на хп, пой. Быстрей. Уже было. Да дайте скинуть, блять, нахуй. Опайте нахуй. Стоп, стоп метку. Ой, назад, вправо. Лопать никому нахуй. Пятнуло. Отолись. Не разбиваем, ждем. Ой, назад и захил. Да захил. Пойду хиль, типа. Да все, все ложись. Морозь всех, морозь, морозь, морозь. Да нехуй делать, да, конечно. Ну ебаш, китами 2 раза ГП и журады ГП. Ну хули, блядь. Вот эти 3D метки, они просто, блин, капец как похожи на метки с бомбы, я их постоянно... Ну да, с метками я сам боюсь, что могу провтыкать, я грибу, блин. Так вроде бы все нормально, но у меня тут вот... Вот я сказал, ребята... что с метки, а вы будете нормальные? Да хуво, не надо, я думаю. Виби сотка. Так, я на 2 минуты отошел. Кто мне скажет? Классные, разбили глыбу ей? Или что там? Нет, я на глыбу была. Да чё? Можешь стрелять. Виби, а, Фюрада. Ебать ты, сука, просто топ нахуй по ГП. Да вообще пиздец. Мне 3000, считаешь, сразу все не дали и все. Ну зад, да ты понимаешь, 4-3, я взорву вот эти вот даже 4 срака за 10 секунд до притяжки. Добро пожаловать. Никто не даст, вообще ни...
то все выхиливается на изи, блядь. А вот если я их взорву под стаками в рейде, вот тогда да, тогда я рейд отшел. Короче, делаем следующим. Так, кто не охнулся, у нас получается. 500 сверху накинул. Так, никого не держу. Никого не заставляю дальше идти. Если хотите траить, остаетесь. Не хотите траить, покидаете рейд. Давай, 1-2 траить. Давай, ну, чек, да и все. Если такие же будут, то пинки, то в пизду. Че, на такой херни, ребята, ну... Сегодня программа максимум выплатила, конечно, но... Давайте пристабав, инту, всю шляпу. Программа максимум, это леща, блять, выебать. Вот убили бы сегодня и леча, и всю хуйню, на организаторов пришли уже, ок. Аша, ты... Стой, царь. Дашь, ты смотри, кто соседи твои, как они прячутся. Да, я понимаю, я как бы умею прятаться, просто первый раз застряла за глыбой, не смогла отбежать, а второй и раз вот реально перечитала слитка, особенно зеленая, она капец как похожа, ты пока различаешь их, она уже прилетит. Еще нужно внимательно, знаете, что там глыбами есть, если слишком плотно к ней подходишь, она просто не просчитывает, что это глыбы, он как бы за текстуру ты вылазишь. Скажем, типа метр от глыбы стоишь, полтора, примерно. Ой, назад, я кидаю на себя щит. Когда тактика на балконе, я смотрю на пол, а когда тактика на лестнице, я смотрю в небо, смотрю, откуда летит метеорит. Я красавчик. Это тоже есть такое. Давай. Потому что, мне кажется, так удобнее смотреть. Микстурка за дом. А за дом отошел уже, сказал на минутку. Как писал в чате био. Какой, блядь, био? Бутылку нахуй с собой нужно таскать. Хорош. Сразу на тебя привязанная, наверное, да? Все, давай еще раз вообще поехали. А где рыба? Рыба. Рыба меч. Я на ней сейчас вижу. Турбо, блядь, исправил за меч. Почитайте его за меч. Просто резиночки перетянул и все. Никаких бутылочек нет. Да, Ирче. Фломастер. Да у них обоих микрофон есть. Зидум тут, Микстурки. Ну, Зидум говорил, что он отойдет, при чем тут? Я, блядь, сказал, что Зидум тут, нахуй, говорю, Микстурки нет, он говорит... Зидум уже. Элемент Шаму надо прокнуть, на... кикнуть. С гильдина. Элемент Про или как его? Я понял, Лео. Лео что-то ебулит, блять, надо... Не, ну он нормальный пацан, он все-таки старичок. Ну, переговорю с ним. Электрошам? Лучше бы, блять, не брал. Электрошам? Который? Нет, электрошам нормальный. Ну, не знаю, я с ним в рейд ходил, попросил просто тотем пихнуть на миликов, он просто уперся и все. А у нас в рейде два кастера и 4 пиз. Шарпи раздавай. Гуляй. Нужно подойти поближе. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Хлопнули, вернулись, стоите, курите. Без вас убьем. Какие стаки, притяжка. Забросите, у кого много.
никто не уцелеет! Фридом. Метки вышли. Ром, как атлас, видишь, шредер китами, прости. Кто, сука, лишний? По центру падает. Бегом! Бегом, блядь! И смотри, даже вы. О, вдалеке, РДД просто в тучке. Крайний. Его близко. Команд на руки. По центральной, по дальней, РДД дайте немножко. Справа, стоп, вы сейчас убьете, и мы вайпнемся. Слева близко. И к херам собачьим быстрее, центральную быстрее разбили. Бегом. Великий центр, РДД край, быстрее. Выбор сбейте. Хилили. Несли метки. Лопнули, вернулись, стойте курить. По 4 ее. Захил. Скоро притяжка на Викистаке. Катласа захил. Раздаваку. Омку сбросили Миликистаки, блять. Ухилки мастера. Пойти. Пакам бегом. Раздаваку захил, просто захил. Я сейчас хлопну в стороне захил. 4 секунд. Дота накинули, хлопнули в стороне. Кифридом. Шли метки. Журада, мастер, войну. Катлас, император, классно. Близко опять падает, как в прошлый раз. Тотемах. Кто вдалеке? Блин, не доведи, стоп. Меня жду глыбами и падает в центре прям. Угорайте. Справа, глыб. Ибо я запутался. Сбили. Просто. Их резнуть можно убить, мастер. Командуй. Китами, парочка. Ёбаный в рот, что вы нахуй с боссом? Поверни к нам чуть-чуть. Скоро мелики стаки. Козахил. Валим оттуда. Бегом. Я захил. Каску по присту дать. 15 секунд. Пните. Приста баф, лапу, инту там что-нибудь. Я лапу уже баф. Каску по присту. Вотка 3 секунды. Доты накинули, хлопнули в стороне. Каску. Какую тебе каску, если шреддер лежит? Войд, мастер, Ронг, Катлас, да. Классный. Захилишь, блядь, тикинь. Что ты нахуй, блядь? Утя. Спрятались. Того близко. Еще прям углы выпадает. После фан, крайний, великий центр. Слева падает вдалеке. Кого БР еще раз не все слышал? Шред. Иск справа. Стоп, глыба. Стоп, не тики. Доты дотикают. Сзади падает на лестнице. Сбили. Ты крайний бит, мелики центр. Переводим. Добивайте. Да разохил. Пафы дайте. Еще раз. Хотя бы стамину, инту. Каску по себе паладины. А теперь все раздайте. Ну-ка не стакаем. А кого? Хлопнули, вернулись. На микстурку. Я на микстурку дам. Процент. Дум на микстурку дает. Не стакайте, блядь, что зайдет. ОПМ. Кроме хилов никто не набирает, блядь. Они стоят, курят и ждут, блядь.
дом вправо, влево, точнее, влево, влево, блядь, в метку. Это сбегом. Фух, я бы провтыкал. Эмилики, блядь, стоп метку, стоп, 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 не бить, ждем. Били Войт. Микстурку захил. Идите. Него. Близко кто-то стоит. Подбили, ждем. Бойс. Влево. Идите от него хотя бы шаг сделайте. Давай, ждем, не хлопать, не хлопать. Гимн на ХП, бегом просто. Стоп метку, стоп метку. Добили. Император. Добили метку, бегом. Да за хил. Ай, бля, освобожден кто-то добил меня. А, есть бы. У меня есть СС. Приготовьтесь захилить меня. Вставай. Захилите его. Встаю. А ну, она прикалывается? Дайте бафы повару. Снай, готовься, гимн на ХП. Заметку зашла, гимн на ХП. Гимн на ХП, быстрее, у нас у всех хилов. Херня. Даю. Да забафайте. Слили метку, турбойс. Добили метку. Киудите от турбойс. Иди. Слили метку. Еще назад, готовься, гимн на ХП, пой. Пой, 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 костель. Влево. Отойди, Зедум! Отошел. Это захил. Че, ой, да захил. 5 хилов будет там хилить, нет? Я умер. Все нормально, еще гидайте что-нибудь. Хуй знает, как вы хилите меня. Так, идите. Метку слейте в босса. Разверни босса в другую сторону. Милики, уйдите от метки, блять. Кто столько взрыва? Да вы на ушел, дебил. Слейте. Микстуры живи. Ой, назад. Вынеси, отойдите от него. Микстуры сейчас верни в другую сторону. Тупо в босс игра. С нее Гера была, не а по левой стороне. Тупо в босс. Я, короче, захил даже микстур. Нет. На микстурке, если что, СС. В босса, дебилы, играй! Шарпи отнеси так, чтобы если что, кто-нибудь скинул. Далеко не надо. Ёбаный в рот! Не хлопните только. Много стаков свалить нахер. Ай, блять, это. Бивай! Тупо в босс. Бейте, бейте, ям. Бабл кайт, бабл кайт! Вставай, вставай! Бабли. В бабли кто-нибудь есть? Павлинов нет. Счисляй вот этим вот дебилам, которые стоят. Я не знаю, ну как. Ой, господи, у меня уже жопа горит, честно. Нахер вы пошли глыбу сносить, блядь, когда в босса играть? Вообще не понимаю. Рассказать, Войт, как я тебя уронил? Давай. Вторая, сука. Ни одной освобожденки, чтобы на мне не было. Не было, нахуй. Все освобожденки я слил, блядь. Я тупо, нахуй, с пятьму, блядь, с седьмой стаками, нахуй, неустойчивости, выбегаю в правую сторону. У нас других хилов нету. Не знаю, что у нас есть, нахуй. Охуенный трай был, сейчас убьем, блядь, собирайте. Меня вон царь гимном захилил, 38 тысяч, нахуй. Это самое большее, что... Гому никак. Шреддер, сука, третье место хила по мне, ебать. Прикинь? Вот я бы подхилил, но не мог. Я в жопе мира постоянно с освобожденкой вот, стоял. Вот... Возложение нахуй подстак. Дядь, я не понимаю, вот нахуй мне танчить, если, сука, коли пал под освобожденкой, царь гимном 38 тысяч по мне нахилил, а шреддер 50 тысяч возложением, нахуй. Что там, друиды вообще ни омоложения нихуя не закинуть? Освобожденка постоянно висит. Я вообще весь бой пробегал сбоку стоя. Блять, шреддер хоть красавчик, нахуя, блядь, возложение хуярит. Да, император нахуй в хила, я ебал такую. Я не знаю, делайте что хотите, хоть 100 хилов, хоть 7 хилов, но, блядь, ну так не должно быть, нахуй. На всех хилах освобожденка никто не хилит, значит. Я уже не помню, кто нахуй от глыбы умирал.
Мы, блин, кони ХПС, пожалуйста. Ну, хпс насчет ХПС, блядь. Я ничего не хочу сказать, но Джарада меньше ДЦ нахилил. Это, блядь, это вообще... Я все время на освобожденке был. На мне тоже все освобожденки. Тут нехуй смотреть, блядь. Сейчас вот все другие попадут на освобожденку, я буду максимум набивать. Уже в прошлый раз в другой гильдии так тоже такая война была. Вы один трай. Вы всегда надеетесь на то, что вы там в 4 хила что-то там зазергаете. Этот босс не зергается. Тут 5. Вы в 5, 4, какая хуй разница? Я всегда тут 6-7 спекаю нахуй. И убивается все легко. 5 хилов с освобожденкой, 2 хилят нахуй. И никто никогда не падает. Не знаю почему, блять, у вас в голове хуйня какая-то. Да мы бы и сейчас убили, даже с теми смертями. Но у нас, во-первых, за это заморозили двух человек, дебилы просто, потому что подошли. Во-вторых, это, царь, ну я понимаю, что вы бы убили, я ничего против этого не имею. Но это убийство выглядит как, блять, это большая разница, нахуй. Как, это бомж, да, понятно, убийство, да, понятно, это говно какое-то. Господи, вот вспомню первую синдру. Добивали я и царь первую синдру, которую мы убили под освобожденкой. Мы уже, блядь, не на таком же уровне играем. Ну, судя по людям, на таком. У нас половины людей, которые в первом были, нету. Я всегда вам говорил изначально, блядь, спекайте больше хилов, вам похуй. Вы хотите здесь дрочиться, сидеть, в тучках добивать, блядь. Это цирк, нахуй. Дрочите себя, людей, блядь. Время тратите. Байда. В второй фазе вообще не набирайте стаков. Даже, блядь, милики, на вас три забили хуй. Сбрасывайте, так, РДД вообще стоят, курят. Только хилы. Нет, на первый взгляд хлопнули так, что охуеть. Ну, блядь, нон-стоп каждый трай. Тайми, что с тобой не так? Скажи, пожалуйста. Ты, по моим подсчетам, сдохла да 5 хорош, раз на бомбу. Давайте там пулять, че не... Нет. Спекнул ты еще один хил. Нет? Костель, что не хил, что не. Ща я ревогаюсь. У вас на второй фазе сразу какая-то паника начинается, блядь. Я не знаю, нахуй, еще, блядь, там. Не знаю, мастер, я тебе говорю. Первая глыба, я уже пою гимн свой, друидовский, чтобы не сдохли люди. Сразу же, на первой глыбе, блядь. Эти стаков у людей. Чё, идём? И пока добегают, дохнут. Бля. Погнали, что ли? Маленький ушел, да? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Челан, ты Tell Me When юзаешь? Шел последних слов. Сейчас притяжка, стаки сбросили к херам собачьим. Все. Tell Me When юзаешь? Да, без... Т5 надо юзать. Свалили. На совет нужно, иначе не запомнишь какой. Захилили Суджира, Шарпи, Императорса. Джурадо, Ромка, Царь, Ойну. Классная просит. Эти два туда-сюда бегают. Справа близко. РТД крайний бьют. Милики центр. Вот далеко. Половину довели и стопайте. Там дотеры тикают. Справа близко. По правой стоп. Ой, вот как? Далеко. Стою, блядь, в картинке The Doom, нахуй. Блин. Быстрее. Эсно. Просто надо, я жирный. Далеко поймал, если не что. Надо, ладно, не буду. Просто близко поймали. Если что, бегите выше на лестнице. На притяжке.
До второй фазы старайтесь, на вторую фазу старайтесь в рест. Чем больше кастеров, тем больше шансов, что не килится на хила освобождём. Так его жарит, да? Интересно. Нах он не нужен сейчас? Чтоб опять сдох? Че нахуй? Притяжка, РДД сбросили. Милики, готовьтесь. Милики сбросили. Такого много. Валим оттуда. Бегом. Пиши, бежим. Секунду взлетки бьем. Секунду, накинули доты, лопнули в стороне. Да, микстур. Дай фридом, Шреддер. Ты тромка. Фридом, дайте микстурки, царь Суджир. Я дал фридом, а он что-то... Внутри левее чуть-чуть. РДД крайний, милики царь. Уже рядом падает. Готовьте сейчас ударить на стеле, Аджур. Глыбами падает, спрятались. Ты лучше ради меня специально за свой класс научись играть. Что глыбами падает, спрятались. Слева, слева мы готовим. И мелики центр разбивают, РТД крайне. Правильно, быстрее разбейте. РТД крайнюю, чтоб мелики не бегали. Захил. Пнули, вернулись. Курим. Долбался я в этой освобожденке, что второй бой. Хули делать-то, блять? Тут бывает по 12 штук подряд. Кого? Костеля. Видишь, кого еще Берри? Не вижу. Ну, я только его вижу. Молодец. Здесь забафайте его. Дайте хотя бы там. Шк. Стаки сбросили милики. Притянет. Дай крылья по китам. Вдох раздавать. Пять секунд накинули доты и хлопнули в стороне. Обрыгался. Не сериал подумали с этим начать. Не надо никого резать. Метки вышли. Турбо, мастер. Костель, император захил. Император бегом захил, начальник. Прятались слева близко. Бегом. Прятались. РДД крайний их отбивать. Блять, ну это ты... Ты посмотри, где я стоял, как я умер. Вот. Я думаю, я не вижу. Мне нужно следить. О, далеко. РДД крайний подбить, пожалуйста. Блядь. Центр стоп, блять. Милики стопаните близко справа. РДД крайний разбили. Милики центр. Быстрее. Лики, бьете уже босса, разбили центр, бьете босса. Турбо разбейте на. Кому нам нужен? Так. Ну не вернулись. Ой. Задумай. Ну ты задумай. Пристабав там всякую шляпу не кидайте. Сейчас забуду. 2% переводите быстрее. За... Все, не стакаем, не хлопаем, нихуя. Тут турби сальва. Вас тоже касается. Б. Мельки стопнули. О, много, блять. Чтоб вы не сдохли, пока бежите. Прятались. Ждем. Захил, захил всех. Разбили. За. Отошли от него. Притяжка. Freedom kill me. Кто не сбивает? Сбили, отошли. Разбили, отошли. Пас. Ну. Не стакай, ничего.
Спрятались, не разбиваем, ждем. Милики не добежали еще даже. В центр. Милики ушли от центра. Разве не ждите? Пойм. Сакрит влево. Ромбик. Пытались. Захил императорса. Войда захил. Джурада захил. Быстрее. Танка захил. Войда прохил. Сбили меня. Ты освобожденка на всех. Войд. Войд, нет. Просто скажу гимн на хп. Я скажу. Центр ушли. Ой. Тоже гимн не успел. Да, температура. На стороне. Классная влево. Нормально. Мастер. Захил микстурку Шреддера. Зад за глыбы зашел гимн на хп. Бегом, быстрее. Дальше вы. Знаю, я знаю. Разбили шарпи. Скинули стаки, бьем синдру. Быстрее, хилы. Разбили херам собачьим. Пока я тут бегаю, хоть навешайте, блядь, омоложение, восстановление, блядь, ебаный в рот. И в сторону. Бьем синдру. Восстановление. Следующую метку рядом с Вилли. Босса, блядь. Че хил ко мне подходит, блядь? Хилы там, прячьтесь, скидывайте стаки. Босса играете. Все, в босса играйте, все. Молчите нас. В стороне. Класс ушел. Вот он. Не заморозьте никого. Добили лут, сменили, надеюсь, да. Все. Клопайте в стороне. Разбейте Вилли, а то он сдохнет. Блять, это ёбать память Малигоса, то и пошли вы на. Эти глыбы, чё стоите, смотрите, блядь, успейте его на лут посмотреть, блять. Угля, хвостик. Да. Кто там, я говорю, я обещал ему ГП за там ту глыбу, нахуй, спиненький, кому там. Да, я бы вот никому ГП не снимал. И почему не снимать? Это первые трое, когда были, был базар. Ты пересмотри тогда видео, кто из-за чего... Не, ну я вообще за глыбой, слышишь, так все, это вообще такая дуристика. Короче, ребят, я не знаю, что вы говорите, какие нахуй глыбы, не глыбы, блядь. Почему мы за весь трай, блядь, я, например, Войд, блядь, Микстурка, Царь, не сдохли ни разу от бомбы, нахуй. Ну, Виталий, смотри, я упала за глыбы, которые разбили. Это кто, Галь? Да, это я говорю. Квест не хотите. Господа, сдать, вот у каждого класса есть свои сейвы. Мы можем дать любой момент. У каждого класса есть свои плюшки, понимаете? Вот почему я умудряюсь 20 стаков набирать, выживать, блядь, не убивать? Нет, у меня есть такое. А у шамана такое сейв? Перерождение, вот те сейв. Тотем каменной кожи, я не знаю, я там хуй знаю, чё у шамана. Ну, слушай, в принципе, если никому больше не надо, то... А дай китай. Вообще, хорошее кольцо, но это... Короче, да, можно да. Сделать один тройной личи максимум. Нет. Давайте не сегодня, блин. Время дохуище, да, какие личи, блядь. Ночь, да? Нахуй. Окей. Ну что, вы завтра, да, будете травить лича? Может, я поставлю перса? Завтра. Да завтра лич быстро упадет. Время. Так, смотрю, шо, в 19:30, да? Лады. Вой, ты уже сдал КВ, да? Нахуй, сука. Кому надо снять за там ту глыбу, которую я обещал, блядь, накинул ГП, нахуй. Нахуй тебе это надо, блядь, нахуй. Ты только роги обещал, все. Я обещал, я... А, у меня есть, снимает, я тебе могу список сказать, когда мы стирали, я тебе напишу некий их просто за ту глыбу, которая внутри глыбы. Вот, сейчас сними, ну, хоть кто-то, вот ответ точно. Ой, снимайте все ГП, зачем вот эта вот система наказания придумана, я не я понимаю, если... Я снимаю, еще раз, сука, говорю. Дынкани лучше ХПС по голотам из босса. Нету Шреддера этого? Есть, да, я лутка.
Ты у него тут тебе какая-то корявая вообще показывается. Линка не хпс босса и погло. Скинешь мессенджеры все ники. Я в гильчат написал. Мастер, ёпта, заебал. Спасибо, Зай, люблю тебя. Ой, господа хорошие. Ладно, всем спасибо за рейд. Вот китами снять, остальным оставить надо. Завтра микстурка будет 8. Даже в 9. Микстуры, чё шо такое, Димон? И сомалийского нет, наказан. Да? Ой-ой-ой, бедолага. Так, ладно, буду я тоже, наверное, ложиться. Спасибо еще как за рейд. Как освобожусь, сразу приду. Слышишь, еще... Ну, хоть кто-то еще. Так а шо завтра после лича куда пойдете? Надеюсь, бедникового ока завтра ему не будет. Так, задум. Кто хочет, чтобы сняли ГП, не ливайте нахуй с рейда, я вас искать не буду. Да мне...